Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю за Джоу греко-монгольскую цивилизацию знакомиться с Humankind. Если вы пропустили первую серию, то лучше перейти к ней. За что звезду дали? За районы. Я его, блин, не поймаю так никогда. О. Да ё-моё. Прикол будет, что если ассирийцы еще и альмеков переживут в итоге. О, наконец-то могу. Все, делаю. Этот мне город никогда не нравился. Тут такой большой. Так. Дальше. Тут у нас Хатуса. Вот это мы... тоже, наверное, к Хатусе присоединим. Ну, когда тут поставят... Тут мало населения, 2 из 25, это как-то совсем грустненько. Давайте коттеджики. Мне нравится, сколько они дают. О, 17, 9 и 2. Ну, правда, со стабильностью вообще все зашибись. Ой, какой что-то какой-то паровую фигню кто-то изобрел у меня. Инженер-изобретатель, подвергшийся остракизму в своей стране из-за своей религии, пришел к нам, чтобы поделиться своим научным опытом. Она хочет поселиться в городе Хайдин, где, по ее мнению, могла бы продуктивно работать. Ее новаторская работа по основам двигателя может быть жизненно важной. Тот факт, что она не является последователем шаманизма Джоу, может вызвать трудности. Значит, либо ей отказать, либо использовать ее. Плюс 20 науки, но минус 15 денег вход. Либо натурализировать ее. Примется... Оп. Цивик поменяется. Подожди, в каком месте он поменяется? Religious tolerance. Нет, не тут. Вот, вот здесь вместо этого станет open mind. Да, кстати, давайте, мне вера, кажется, уже не настолько нужна. Так, за что нам еще звезду дали?
Понятно, вроде и так уже было. Натурализируем. И плюс 20 науки на 20 ходов. О, битва практически равная. А вот только прошлая равная битва как-то оказалась совсем неравной. Меня просто. Ачивка. Это, видимо, за количество убитых юнитов. Это уже арбалеты второго уровня. Класс. Угу. А как я тут по очкам вообще? Ну да, тут. Я тут доминирую во всем. А, тебе не хватает культуры. Ну это потому что я город абсорбил. Ну, следующим ходом поставим, господи. Не страшно. И тут я не поставил, да? Успею ли я кругосветочку сделать? Ранний модерн атаманами кто-то стал. Интересно, кто? Бывшие нумибийцы и так далее, и так далее. А что там жемчуг дает? 6 денег за каждого торговца. Ну, кстати, почему и нет? Generous. A very generous proposal. Майя, у меня вообще все принято. И никаких кризисов. Это вот хорошие ребята. I'm on it. Так, где там? Ассирийские чмошники бегают. Блин, давайте автоматом. Вот эти до последний юнит. Да вы прикалываетесь, все еще нет.
Как он юнит идет? Я не понимаю, откуда они, где они? Что за хрень? С этим я хоть понимаю, у них тут куча городов было, могли настругать коричневым, но вот это сириец. А, блин, что у меня тут не автоматом? Прикиньте, Ассирия отстанет. Мне кажется, Ассирия была какая-то багнулась в игре. Они там постоянно откуда-то... Да, смотрите, я уничтожил коричневых, а Ассирия все еще живет. Как такое может быть вообще? Как такое может быть? Сан Лоренцо, Лавента. Так, кстати, кто думал, откуда в шестой циве Лавента, это вот Альмекский город. Восемь ходов. А что хоть за чудо? 20 веры, 40 стоит, 20%. А, чужой религии, но 20% сложнее конвертировать наши города в свою религию. А святые места еще дают плюс 5 веры и плюс 5 наук. Кстати, мне там вроде как дополнительные святые места должны мочь построиться. Все, вот теперь я, кажется, заселил... весь континент. А чё никакую славу не дают за то, что я весь континент заселил? Типа, никто не удивлен? Слышите, звук пропадает, да? Так, 8 науки. Ну, давайте поставлю. Пускай к чуду присоединяется. All hands to stations. Сейчас поплывем сквозь океан. Ну вот, саботер в рукопашных битвах воин, но он виден только с соседних клеток. То есть, это, кстати, классный юнит бегать, грабить клетки. Сколько еды вообще? Третьего уровня вера. Плюс одна наука за каждого верующего. И еще... опять то же самое, что ли? Ну, давайте. Или 10% науки... Коррелигионист. А кто, что такое коррелигионист? Это вообще что имеется в виду? Святые. А что за святые? За количество святых. Хм. У нас 167 верующих. То есть это будет плюс 167 науки, если что. То есть вот это от святых зависит. А, давайте опять влияние возьмем.
А на четвертом уровне пока неизвестно. Написано, что у меня три святых места. Сто шестьдесят семь верующих. У нубийского политеизма 37 верующих, у альмекского один пока. Ну я реально свою религию тут всех обращаю. Ну вот кто-то со мной торгует, но я не могу это нигде увидеть и посмотреть. Так, цивики. Накопились, я не хочу ничего принимать. Еще одну звезду. За убийство, что ли? Вон. Вот такое ощущение, что вот тут просто он появляется постоянно. Один ход подождем и поплывем через океан. Хочу селитру открыть. О, священное место могу построить. А это меня даже не спросили, где поставить. Просто стройка началась. Ну, конечно, тут много... И тут просто сразу начну. Много непонятного. Или... Ну, тут я мог разрушить, кстати. Когда-то. Так, еще одно могу чудо. Заклеим. Давайте топ-капы. Я хотел его построить. Еще звезда. А, у тебя я культуру насобирал. 3, 4, 5, 6. Бегать еще одну звезду, и я бы в следующую эпоху вышел. Но тут уже нету выхода в следующую эпоху. Просто на этом заканчивается. Что тут за остров был? Так, поплыли. То есть этим ходом еще ничего не произойдет, а вот следующим будет минус пол хп. Да, я так не понимаю, где драмон для Венеции, что я его в техах не вижу нифига. Может, опять же, все-таки при открытии селитры он появится. Ладно, давайте это чудо будем достраивать быстрее. Походу этому кораблику хана. Не доплывет он ни до каких берегов.
О, какое-то еще чудо. Что это за розовое озеро? Да, блин. Да что за прикол? Не, с Осирией и Римом это явно какой-то прикол. Просто что-то... Так, тут давайте чудо построим. Дворец Топкапы. Я там был. Мед, пиво пил. Так, у нас вот этот. Возьмем Сан-Лоренцо, Лавента и... И все? А, и Паталипутра. Я бы Паталипутру... Стоп, а почему он не показывает как город? О! 2636 абсорб. Блин, что-то Лавента-то поменьше будет. Давайте, может, ее наоборот абсорбаем Паталипутрой. Да, видите, жители туда добавились. Отлично. Я тут, конечно, уже в два раза просто доминирую. Эх, чуть-чуть не хватило кораблику. Одного хода буквально. Блин, надо было напасть потом. Ну тут... Просто немножко странно. Просто хочу все чудеса построить, которые возможно. Так, это к Паталипутре вот это добавим. К Сан-Лоренцо вот это добавим. Так, значит, у нас такие большие города. Это моя столица, это второй город. Это столица альмеков, это их второй город. Дальше Хатуса. И вот тут. Вот эти три города надо в один составить. Религиозные меньшинства. Брать с них дань, но у меня нету смысла, у меня, по-моему, моя религия офигительно распределяет. Короче, мне это... Этот цивик вообще не нужен никак. Получить доступ ко всем стратегическим и люксовым. Ой, железную дорогу можно построить.
Покорите каждый континент. Слушайте, а почему меня за это не дал? У меня там, по-моему, покорено. И распределите свою культуру на весь континент. Может... Блин, тут как-то звук пропадает, слышите? Может, как бы континентом еще и вот эта фигня считается? Ну, по идее, я же... Чудо расчудесное построено. 5 науки, 42 стабильности. Эффект, плюс 3 еды, 4 денег, 5 науки. Кстати, священные места я бы еще достраивал. Мне еще подсказали, между прочим, что священные места тоже несколькими городами можно строить. Я могу города абсорбировать, мне хватало культуры, конечно, для этого дела. Да, 13,3к денег, это просто можно все скупать. Так, открыть новый цивик, но... А, у меня есть цивик один. Так, хорошо. Это все религиозное, да? Так, религиозное меньшинство. Плюс одна деньга. Деньга на территориях с зарубежной религией. Плюс одна стабильность. Так, а вот это я еще... Смотрю, по-моему, это прикольнее. Секуляризм. Плюс 5%. Минус 75%. К силе иностранных религий. Это государственный атеизм. Плюс 25% веры на территориях. Знаете, я секуляризм бы взял, потому что мне больше нравится вот плюс 5% на всех территориях, чем плюс 3% и потом плюс 5% в столице. Это примем. Ух ты, откуда у меня 4 очка цивиков набралось внизу. А, я отменил все предыдущие религиозные. Фига себе. О чем я не предупредил никто, что отменится? Ну ладно, это, знаете, знакомство, это все не страшно. Мы потом выучим, как оно тут все работает. Так, пока. Так, ну что, я завоевал весь континент. Венеция у нас доминирует. Не знаю, давайте сплаваем сюда, еще этих захватим. Я еще хотел какие-то города явно абсорбировать. Значит, так, это у нас столица, это у нас второй город, это у нас Хатуса. Так, это Сан-Лоренцо. Я бы вот этот присоединил к Сан-Лоренцо. Так. А Хатусой... Давайте подумаем, сколько нам вообще... Вот у нас столица... Сколько областей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, типа, да? В этом городе раз, два, три, четыре. Ну, где-то в районе от 4 до 6 областей надо объединять, да, в Хатусе. Раз, два, три, четыре. Вообще, где-то должно быть, для, мне кажется, написано. Опять же, я просто не вижу. Мне потом в комментариях подскажут. Так, значит, тут мы в... ОИ у меня решил, похоже, объединять. Ну, давайте. Ага, тут 4-5 тысяч, да. Тут надо подождать еще. Для культуры. Топ-копы мы строим где-то. Интересно, где? А, так, собственно, в этом городе и строим. Или нет? Или... Вот, знаете, непонятно, кстати, здесь. То есть, видите, этот город как бы работает, этот на топ-копы, но непонятно в каком... Ну вот, теперь я вижу, да, что вот тут он строится. Ладно. Так, в Хатусе мы сначала... О, можно лес сажать, между прочим. Ну, подождите, вот тут... А, это не на моей, не на этой территории. Ладно, пускай в топ-капы тогда тоже вкладывается.
7 ходов. Так, этот, к сожалению, утонет, пока соберем интересность. Рэк — это, ну, кораблекрушение. Не знаю, кто там корабль крашнулся. А, слушайте, я же забыл, что я тут перцев все пытаюсь поймать. А где у меня еще армия? Вот. Ну и что, больше... Причем надо как-то ловить этих наркоманов. Не наркоманов, а... Римлян. Ну все, ты утопнешь. Нет, давайте вот тут как раз у нас, по-моему, ресурсы, да. Беру пока топ-копы. Больше ресурсы вроде тут не строятся, да? Что у нас со стабильностью на высоком уровне? Куда ты побежал? Блин, я на автоисследование поставил случайно. Так, ну что, смогем мы его поймать? Наконец-то. Нет, и все еще живы. Да, реально, это где-то багнулось, и просто автоматически откуда-то юниты у него вылазят. А почему у меня так много претензий к туркам? Они кому-то войну объявили? Да, они объявили войну майя. Может, это не они, кстати, скорее всего, сюзи. Они, наверное, сами не могут. Нет, не майя, извиняюсь, вот этим они объявили войну. Вавилонянам. Так я с ним торговал, все страх хорошо. А почему тогда отменились все торговые пути? У меня же как бы есть проход. Да нет, уже все работает, почему там претензии выскочили? Хочу постараться кругосветку доделать. Так, у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. А ну уже, я бы уже вышел, кстати, в следующую эпоху. Видите, уже 7 звезд. Я тут... Из 21 это вообще сколько можно набрать? Так-то надо 7 звезд, чтобы в следующую эпоху выходить, но... Не хватает. Так, 5000 я набрал. Давайте абсорбируем город. Вот этот давайте. Странно, почему вот этот меньше в культуре, хотя вот... Ну что, это просто больше районов? Нет. Просто тут и население меньше, и в целом как бы... Ладно, давайте... Давайте с этого... Нет, давайте, который дороже. Так, сделаем. Хм. Смотрите, что здесь будут появляться морские юниты, которые этим городом тренируются, то есть... Ну, зашибись будет, да? Такое визерце просто плавает. Так, я хочу вот с этими ребятами еще пообщаться. На тему вон внизу
появился. Ну вот как вот он тут появляется? Вот откуда? Откуда он тут появился вообще? Римляне явно доживут до конца. Толедо. Так, тут у нас кто вообще? Визиготы. А тут тальтеки. Мирные. А визиготы... Violent это... Ну, которые могут навалять, короче. Так, а это кто у меня тут плавает? О, а что они тут на автоисследование? Так, могу селитру обработать. Где у меня ресурсы селитры? Помню, я штуки две видел. Ну, вот один. Вот второй. Ну, значит, два. Так, тут сразу ресурс обрабатываем. И тут. Мы топ-копы следующим ходом закончим. Если вы меня спросите, зачем я объединяю города, может лучше, чтобы больше городов было, я без понятия, ребята. Мы же первый раз вообще смотрим. Без понятия, как лучше. Я просто сейчас объединяю чисто для того, чтобы, во-первых, проверить эту фишку, а во-вторых, чтобы меньше было микроменеджмента. Вот именно сейчас. Ну, ага, отсюда он не может. Так. Благодаря высокому культурному влиянию в нашей империи ничего не любят больше так, как хорошие истории. К сожалению, начинается со смерти одного из любимейших государственных деятелей империи. Ресурсы говорят о том, что он умер, потому что этот лорд умер, пробегая сквозь как это, дверной проем своей спальни, пытаясь догнать полураздетого зарубежного посланника. Ну и так как сыну этого лорда не очень такая история нравится, то он начал распространять слухи, что он умер во время охоты за великим зверем. Что нам сделать? Рассказать реальную правду? Экономическое это сдвинется на коллективизм или сфальсифицировать на ну, нам коллективизм больше, так что расскажем правду. Я не думаю, что это как-то повлияет, хотя, а вдруг повлияет? Фиг знает. Так, что нам тут дальше открыть мне хочется? Это на науку, это на деньги. А есть еще корабли более крутые? Вот, каравелла. Я не только не знаю, где все-таки венецианский драмон мой. А, вот Голиас, наверное, вот он. Давайте Голиасы откроем. Венецианские. Голиасы у нас, они драмоны. Да, так ведь? Да. Как раз у нас две селитры есть. Так, ну это мы потеряли в море свою очередную звезду за убийство юнитов. Так, топ-копы. Можем еще одно чудо. Так, тут, по-моему, одно осталось. Тадж-Махал вроде как. Да. Последнее, что осталось, не взятым. Ну, давайте.
и его сразу начнем строить. Плюс 50% денег в городе. Давайте посмотрим, где у нас побольше денег дают. Так, а как тут переключаться между городами? Есть горячая клавиша? Так, 89, 116, 133. 192 в Хатусе. Так, надо в Хатусе строить. Тадж-Махал. Так, а там какие-нибудь еще способности... На реке должен только быть, это единственное пожелание. Ну, давайте, не знаю. Ну, рядом с... Давайте вот тут. Недалеко от города. Сюда надо подходить, а этим сюда. Тадж-Махал. Тадж-Махал. Селитра тут обрабатывается, да? Да, один ход. Один ход. Тадж-Махал. Тадж-Махал. Полностью вроде заселено. Народ растет, жителей все больше. Так. Очередного таракана ловим, который, очевидно, вряд ли последний. Да как? Взял, сбежал. Кайф. Так, еще этим попробуем сквозь море. Но если не получится, у нас опять же есть голиасы. В принципе, появятся. Кстати, 18 тысяч, может мне эти здания на науку попокупать? Они у меня есть вообще? Так, это район только. Тут явно только район. Да, вот тут просто покупаем. Так. Кстати, район, видите, тоже можно покупать совершенно спокойно. Я сейчас подумаю над этим. Так, этот город я собираюсь присоединять, по-моему, тут, поэтому тут нету смысла. Эти сколько он будет стоить? 9 тысяч. Угу. Просто хочу до конца успеть открыть все техи. Ой. Так, тоже все куплено. Сан-Лоренцо. Да, блин, что я... Вот это, конечно, не очень, мне кажется, удобно. Вот это переключение ползунком на покупки. Ну и как тоже в комментариях писали, конечно, интерфейс, он может быть и удобный, но вот нету, то есть это, знаете, как будто это просто всплывающие таблицы, да, это нету вот такого оформления, как в той же Циви, мне кажется, в Циви покруче оформление сделано. Так, давайте глянем, какие тут районы на науку можно сделать. 6, ну, предположим, давайте я так поставлю. И так поставлю. Могу я их купить теперь? А, нет, то есть надо именно при покупке. Ну, не очень. Ну, ладно, давайте. Так. И так. Так, в этом городе как у нас райончики на науку? Ну, тоже приличные будут.
А деньги закончатся, я их прекращу покупать. Да блин. Бояут же стоит. Ну, короче, тут глючит иногда. Очевидно. Слушай, может, я там тоже очередь поставил в столице? Точно. Поставил одну очередь. Каждый раз надо включать по... Ну, это... Починят все, господи. Ладно, 2000 осталось. Остановимся. Хочу посмотреть, сколько у меня науки. 1200. И, наверное, получил звезды за районы. А, не, полностью культурную закрыл. Экспансионист вряд ли, да и районы. Ну, вот район еще один и будет. Все, у меня уже... А, одна селитра еще. Вот сейчас будет вторая. И 4 хода до Голиасов. Да, за районы вот получил. Звезды. Куда этот римский наркоман убежал? Yes, sir. Не, все равно нет. Следим за появлением следующего. О, доплывет, смотрите-ка, выживет. Этот парень выживет, отлично. Так, ну, вот опять появился. Вот как это назвать? Вот они где-то тут спавнятся, да? Просто на ровном месте, с ничего. Потому что они... Мне кажется, это у них какой-то скрипт, знаете, сделан, что если цивилизация или там культура вначале не может не поставила город, то есть у них так сделано, защита того, что если убьют какую-то культуру до того, как она поставит город, чтобы обязательно новые... появлялись юниты. Ну, собственно, на этом... Благодаря этому Ассирия и... Ассирийско-римские ребята до сих пор живы. Еще даже звезды получают. Кстати, вот желтый еще только вышел в четвертую эпоху, все остальные в третьей. Я уже 10 звезд вот и в последней эпохе набрал. Еее, доплыли... До еще одного континента. Так, а в каком? Я вот не понимаю, будет ли он на этих клетках тонуть. Считается, ладно, пропущу ход. Тадж-Махал готов. Все, все чудеса. Которые можно, все мы построили. Так, давайте к Оуиму присоединим вот этот город. Все на науку, все, что возможно было на науку, мы построили. Давайте теперь на влияние. Но это просто дает, ну, это как проект в том же Old World. Как мне кажется, немного всего на влияние, честно говоря, есть.
Так, это у нас аванпост, который я хочу присоединить. Наверное, к Паталипутре. А может, я уже, кстати, уже могу присоединить. Ну-ка. Так, странно. Почему никак не присоединяется? Так, все, пока на этом закончу. Я проведу эти проекты, и достаточно мне будет. Вообще, как-то у нас влияние наше. На континенте все 100%. На этом, смотрите, как мы на них всех влияем. Ну хорошо, вот у нас тут офигительное влияние нашей культуры. И что мы можем сделать с этим? Через 3 хода станет моим, что ли? Я сейчас просто за счет влияния все это поприсоединяю. Просто интересно, я без понятия. Битва при соборе Василия Блаженного. Победа. И опять он где-то новый появится, очевидно. Я просто хочу быстрее оплыть вокруг, чтобы получить... Так, вот и Голиасы. Плюс один слот в армиях. Отлично. Дальше поехали. Что тут еще интересного открыть? План колоний. Ну, это, видите, явно тут они еще не дорисовали, мне кажется. Основать город с пакетом инфраструктуры уже построенной. Класс. Это, кстати, правильно. То есть вы уже будете основывать... О, поселенцы внезапно появляются. Создает город с 3 населения и кое-какой производством и инфраструктурой. То есть до этого вы могли аванпосты любыми строить. Ну давайте попробуем, выйдем, если я успею. Даже не знаю, где мне его строить. Вот опять появился. Ну, что это такое? Почему они постоянно появляются? А, все-таки он тут тонет. Ладно. Вернемся. Так, на что мы теперь? Давайте на деньги, у нас там основные... Смотрите, у нас, по-моему, район вот этот уникальный лучше строить. Что он там работает? А, за каждый как раз рынок. Хорошо, а рынок где мне? За каждый фермерский район.
Все, денежки кончились. Ну тогда это устроим просто. Видите, все здания за один ход. Все эти здания будут просто построены за один ход. Все. Так, какое-то событие в Хатусе. Отравленные яблоки. Ну, короче, один из товаров, прибывших экзотических откуда-то издалека, был обвинен в том, что отравил несколько богатых жителей в Хатусе. И даже слухи говорят, что тут были замешаны ведьмы в создании ингредиентов. Давайте на исследование сделаем упор. Блин, я забыл купить. А, слушайте, я могу его апнуть. Да, не могу, я на чужой территории. Так, я хочу купить Голиас. Слушайте, а я, наверное, могу менять на самом деле эту точку. Скорее всего, это не просто так. Я думаю, что это можно как-то изменить. Нет? Блин. Ладно, значит, покупаем. Блин, а можно только юниты? Покупаем Голиас 1600. А, нужен все-таки порт. Так, Сан-Лоренцо. Что тут на деньги? О, тут венецианский. Так, он дает плюс одно влияние за каждый торговый этот. Соответственно, еще один тогда можно здесь. Паталипутра присоединяем. О, наконец-то я... Все, что хотел. Да, блин. Все, что хотел. Как я хотел города объединить. Слушайте, а вот тут же еще я могу, да? Голиас. Следующим ходом, наверное, куплю.
Экспедиция для государства. Зарубежные моряки прибыли к вашему трону, ища фонды для экспедиции. Это мне напоминает Христофора Колумба, который прибыл к португальскому королеве, ища фонды для своей экспедиции. Похож на амбициозного человека, и экспедиция была запрещена в его родной стране. Если мы благодаря грантам от морского города Хатусы, он верит, что откроет новый, более эффективный маршрут в далекие земли. Ну да, это, короче, Христофор Колумб. Да, давайте дадим. Посмотрим, может, просто откроется мне второй. Ну, видите, вот просто появляется и все. Короче, пофигу. Так, в Паталипутре давайте построим Голиас, а потом купим. Так, а здесь у меня поплыл уже Голиасик. Странно выглядит, как что-то он не очень на Голиас похож, по-моему. Какой-то как Берема выглядит. Так, у меня ж открытые границы со всеми вроде как. Нет, с этим он не соглашается. Да, и это тут не открывается, торговля. Once again, you show how inadequate... Ну, не важно, что открытые границы есть. Странно, что тут у побережья все равно клетки типа как бы как будто океана, как будто он погибнет, если у них останется. Так, ну что, давайте на производство. Так, я в Хатусе где-то могу порт организовать? Могу. А где ж мне этого поселенца-то использовать? Мне что, уже селиться негде. Слушайте, я же свою армию посылал. Она утонула, что ли? Прикол. Сейчас хочу посмотреть, смогу ли я морскими юнитами как-то нападать. Так, ну это уже, этому уже океан не страшен. Тут у меня со звездочками. Нет, тут еще она не потеряется. Мы тут доплывем до дружественных берегов. Давайте, может, куплю еще одного просто так. Да блин, я купить хотел. И теперь на индустрии. Четыре. 23 производства. Ну, благодаря лесу вокруг. Это 23 производства от леса.
Колония, сеттлеры, каравелла. Дальше пойдем. О, автоматически создает дороги между вашими аванпостами. Снижается перемещение по дороге. Ладно, пойдем тогда сюда. Давайте сеттлера где-нибудь построим. Могу потребовать. Ну, давайте потребуем. Видите, у него бэджик за то, что он разграбил мои какие-то торговые пути. Не знаю, как, правда, как это произошло. Никак не объясняется. О, тут у нас норсмены высадились. Тоже с этих, все историчненько. Викинги тоже исследуют территории. Так, давайте мы этим вольем культуры и денежков. Должно что-то открыться будет. А потом мы сможем вот это последнее, мы сможем их присоединить. То есть вы видите, можете это и деньгами, и культурой делать. А, давайте посмотрим, что будет следующим ходом, когда это закончится. Заработает это то, что я там влил в них. Толедо поплывем. Так, успею я кругосветку или нет? Тут вообще, на самом деле, еще такой нехилый континент. Просто не заселенный никем. When I am strong again, I'll remember those who took advantage of my weakness. This is something you need to see. Тоже с бэджиком, ограбившим мои территории. Почему мои все караваны грабят? Ну все равно, как у меня дофига ресурсов, я не знаю, что там грабится. Так, а что тут, почему тут какой-то... Тут, видимо, какие-то невидимые юниты находятся. Невидимые норвежские... Ну я норвежцами буду их называть, хотя это викинги, конечно. Невидимый юнит викингов какой-то. Так, и как у нас дела с этим племенем теперь? О, значит, я могу покупать их ресурсы, не будут нас атаковать и делятся своим, ну, то, что они видят. Дальше мы можем покупать их ресурсы, их армия может быть нанята как наемники, ну и все то же самое там дальше. Так. Опять со звуком какие-то странности. Так, ну что, атаковать все-таки с моря невозможно, да? No way. А вот это зря. Видите, написано, вы не можете осаждать город армией на море. Зря. Может, конечно, какие-то юниты есть морские, которые позволят осаждать, но с того, что я тут вижу, конечно, это грустненько. Хотелось бы все-таки, чтобы была возможность осаждать города и морскими юнитами и захватывать их.
Так, а в этом еще какие-то ресурсы. А, у них нет никаких ресурсов, ясно. Видите, оно само добавляется, вот сейчас я могу ассимилировать этих ребят. Все ассимилировано, и, по-моему, мне должны за это... Нет, разве не дают вот этот диц? Завершить симпозиум какой-то. Да. Так, а что у нас с культурным влиянием? Ну вот, 0%. Ну, типа, у меня 100% 0. И как? И чё? И чё, и как? Может, знаете, я, может, не могу присоединить, потому что просто оно не соседствует по границам. То есть, если я вот этот смогу присоединить, да, тут написано, собственно, сколько ходов. Фиг знает. Ну, короче, пока непонятно, как культуры присоединять. Вот тут реально, смотрите, вот не видно этих норвежцев, они тут плавают. Тоже пытаются кругосветочку организовать. Так, ну чё, его тоже абсорбируем в Паталипутру. Так, тут Вавилон предлагает отменить все требования. Не, не хочу. Он уже высадился, смотрите, он коней высадил на этом континенте. Викинги начинают колонизацию. Да, тут реально еще огромный континент. Просто смотрите, сколько тут проплыть надо, чтобы его открыть. Интересно, будет тут проплыв? Я, наверное, гляну. Вдруг тут просто острова. Никак я не могу, да, присоединить эту территорию за культуру, например. Снизу надо проплывать. Все на производство стоит. А что такое эксперт полиси? А, сам, типа сам ставь. Давайте на рост. Или на науку. Интересно, что технология subsidies, субсидии на технологии, первыми идет деньги.
Видите, тут на самом деле все довольно сбалансировано, и вам не обязательно много там производства иметь, чтобы иметь большую армию. Можно и большую, много денег иметь. О, какой-то... Ну, это наемник, но это, видимо, продвижение вот милиции, ополчения в городах. Следующее. Так, линии поддержки. Это мортиры. Фабрика роскоши. Прикольно. О, давайте потом в патронаж пойдем после этого. Так, что за звезду за что получил? За жителей, я так понимаю. О, полностью 3 звезды в строительстве. То есть мне не хватает... В эту эпоху я учеными, ну, экспансионист, понятно, почему. Тут просто у меня нету даже территории, чтобы уже захватывать. Кстати, вот этих давайте присоединим. О, давайте, смотрите, вот это город, да? Давайте я здесь куплю сеттлера и вот этот верхний попробую заселить. А, тут 3 жителя требуется. Ну хорошо, в Паталипутре, значит, купим. Вот, покупаем. И он плывет сюда, эту территорию заселять. Получил я сейчас еще очки? Да, за экспансию... Нет. А, за экспансию нет. Ну что, есть тут проплыв? Блин, нету, жалко. Придется верхом не хочу. На стабильность нам тоже нафиг ничего не надо. Ну вот этот театр построим. У нас такая стабильность просто зашкаливающая. Ну вот и что тут строить? Ну, наверное, порты надо построить точно. Кстати, где они? Или они в деньгах? Хм. Блин, 27, 27. Охренеть. Толедо больше не растет, но ничего, мы еду тут сделаем. Не страшно. Что за битва? Так какие-то... Откуда они взялись? Ладно, я думаю, тут автоматом можно. Да, блин. Вроде же включил автоматическое. А кто тут? Это вообще ополчение. Хм, ополчение? Может, это какое-то восстание в одном из городов? Что это вообще за...
Сан-Лоренцо, я так понимаю. Видите, эта битва может в течение 3 ходов продолжаться. Но я думаю, что мы их тут всех раньше почикаем. Да нет, тут 100% стабильность, не знаю, откуда они вообще взялись. Воры с моря. Вот за 200 я могу нанять пиратов в Хатусе. Хотя странно, Хатуса вроде не морской. А, вон они. Вот они появились. Приватеры. Ну, поплыли приватеры. Еще звезда. Еще один. Кстати, надо администраторов проверить, что они у меня работают. А звезду за что? Получил за тихий, наверное. Или за жителей тоже 3. До сих пор главное, мое основное на деньги не выполню никак. Так, администраторов надо проверить. А в Сан-Лоренцо нету? Охренеть. В Паталипутре. Ну, в Толедо пока... Хотя, давайте, все равно я не буду пока новое делать. Это вот мы итог отравленных яблок. Исследовали их, и теперь на 10 ходов плюс 20 еды в городах. Да где-нибудь вообще есть предел, достигнутый по жителям? 25. Ну, вот тут 9 осталось. 6. А, вот тут вообще превышает. Между 52 жителя в городе. Вау. Просто вау. Так, стабильность, стабильность, стабильность. Ну, не знаю, давайте форт построим. Блин, такое ощущение, что тут вообще даже... Или это один этот континент? Ну, короче, тут еще куча территории была. Очевидно. Никак не использованной. О, а это лошади турок. В общем, тут уже добрались. Куча всяких цивилизаций. Так, я все-таки успею кругосветочку. Или нет? Да нет, должен успеть. 3 хода осталось. Так, что еще? Ну, наконец-то за деньги получили звезду. Full sail. Yes.
the mainsail. Will do. Даже тут какие-то острова больше похожи, чем континент. Так, в Хатусе. Чудеса все построены, культуры немерено, но очевидно, не знаю, наверное, все-таки мы не сосед, если не сосед, хотя, видите, постоянно 1% висит, у меня тут влияние культуры, а что с религией? No religion? А, блин, короче, я даже религию убрал этим цивиком, вообще зашибись. Но мне кажется, это я зря. Но религию, как видите, тут тоже можно полностью убрать. Одним цивиком. Одним ходом. Патронаж открыли. Так, он что дает? Театр. Ну, это не театр, это дом представлений. О, Inverters Workshop, еще 20% к науке. Давайте попробуем меркантилизм. Ну, конечно, не успеем все открыть. Сейчас я еще во всех городах куплю эти научные здания, потому что... Двадцать процентов — это 20%. Двести сорок один. Добавили реально 20% добавляет. 315. Двести девятнадцать. Так, тут уже куплено. Вот тут я еще не покупал, по-моему. Ну, слушайте, тут уже должна быть... Вот, собственно, кругосветка должна уже быть. Или мне надо, наверное, чтобы соединились эти. То есть это не как в шестой циве, когда вот на одном, на одной вертикальной линии. Так, тут на еду, тут на стабильность. Я, конечно, на еду давайте принимаю. Потому что мне стабильности просто завались. Слишком стабильный, хочется немножко погнить, так сказать. Ну что, все еще нету кругосветки? Хм. Странно. Ну, мне кажется, вот тут мы сейчас соединим, и будет кругосветка, нет? Вот жалко, не показывают, опять же, эти торговые. Непонятно. Нет, что-то все равно не засчитывается. Ну, нечестно. Я, короче, кругосветку сделал.
А мне она не засчитывается. Это нечестно. Давайте, наверное, на автоэксплор тогда поставлю. И будем уже заканчивать партию, да? Все, на этом все закончено. Вот мой результат, кстати, можете в комменты кидать свои результаты, как у вас закончилось. Ну, кто играл, конечно, тоже в этот Open Dev доступ. Давайте дадим фидбэк. Ну, ощущения от игры у меня очень хорошие. Так, давайте, что у нас тут будет спрашивать. Где я живу? Так. Что из следующего описывает, как часто вы играете в пошаговые стратегии? Наверное, напишу, отвечу, никогда не играл. Когда вы впервые услышали о Humankind? Ну, собственно... когда появилась. Когда первый анонс был. Как, ну, один раз я закончил этот сценарий. Я удовлетворен. Я не полностью удовлетворен, потому что там были ошибки, все-таки прочее, но, конечно, круто. Да. Будете ли вы рекомендовать Humankind своим друзьям? Highly recommended. Основываясь на вашем опыте именно с этим, ну, просто I would recommend it, потому что, ну, я бы подождал релиза. Чё тут в Open Dev играть? Чё рекомендовать играть в Open Dev? Ну, релиза подождём и вперёд. Как сложно было выиграть битвы? Ну, я бы сказал, всё-таки легко. Об этом уровне сложности too easy, я бы ответил. В целом, как было интересно, ну, интересно. Мне все-таки они смогли, мне кажется, сделать битвы более динамичными. Что из перечисленного описывает удовольствие от битв? Ну, анимация мне вообще пофигу. Юниты, искусственный интеллект... Ну, местность, да. Динамичность битвы. Ну и, наверное, стратегическая глубина. Насколько вам понятны движения в битвах? Ну, типа. Не буду very much отвечать. Как вы понимаете, как высчитывается урон? Да, я тут понимаю. Нет, я не использовал мортиры. Что-то вообще не удалось. И это я не использовал. Ну, я бы сказал, что все-таки нет. Не в достаточном. То есть, была ли дипломатия представлена достаточно понятно? Я все-таки отвечу, что нет. Что из перечисленного лучше всего описывает, как вы вели себя по отношению к другим культурам? Пожалуй, агрессивно. Понравилось ли вам взаимоотношения с другими целями? Я бы сказал да. Что из описанного лучше всего описывает... Что лучше всего описывает дипломатию? Интересный выбор. Ну и все, я бы не сказал, что мне вот эти общения аватарками прям так нравятся. Искусственный интеллект тоже такой себе пока. Ваша любимая часть сценария.
События мне понравились, развитие города, ну, дипломатия, исследования, местность, битвы. Ну, осады у нас особо тут не было, и на море тоже такое. Да, наверное, это способности от люксов. Ну, руинки не так интересно, чудеса, да, прикольные природы. И расширение городов, да. Ну и аванпосты, соответственно, тоже. Что меньше всего понравилось? На море. Дипломатия тоже. Она как и понравилась, так и не понравилась. На самом деле. Так. Осады. Ну и все, наверное. А, я должен 3 прям отметить. Ну, давайте битвы тогда отмечу. Так я уже... В чем дело? Что меня не пускает дальше? Я должен только 3 отметить. А, отмечено больше 3. Надо только 3 отметить. Понял. Теперь я понял. Ну, давайте аванпосты вот это уберем. Так, сити менеджмент мне точно подогнать, дипломатию уберем. Исследование, местность. Ну, давайте вот так. А, что из этого вы считаете должно быть улучшено в Humankind? Ну, естественно, мультиплеер. Мой, собственно, аватар не нужен. Стратегические битвы, пожалуй. Графика меня вполне устраивает. Ну, давайте, наверное, еще комбинирование культур. Мне кажется, есть там варианты. Ну, и на этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!